Всем приветики! Сегодня четверг. И четверг сегодня 15-е, по-моему, уже. Я что-то в числах здесь вообще у меня сложно все с числами. Я начинаю у вас эти серию видео, которые у меня без могилы, да, без того, что я с вами здороваюсь, без того, что я с вами прощаюсь, просто начинаю, и на этом у нас все заканчивается. Сейчас я отдала в ремонт свои серебряные кольца, вернее одно, потому что вот этот у меня шариком, видите, вот этот шариком, он у меня, видите, как погнут. Мне его единственное, что поровняли по пальцу, и все. А сам шар этот, он такой, как жестяная банка, он уже везде, ну, ему лет, сейчас скажу, малое было 9, ей сейчас 25. Но ему уже 14 лет, по-моему, этому кольцу. И вот сейчас я отдала свое любимое. И вот накупила, я вам показывала, вот это купила. И вот как губки вот эти, вот это купила. Я еще там смотрела сегодня. Вот это наш знаменитый такой рынок, где сюда все наряжаются. Там как? Песка очень много, я не хочу идти по песку. И поэтому я с вами, наверное, знаете, как пройдусь по другой улице. И мы с другого захода зайдем. Здесь часы очень давно у нас были. Я можем зайти, я, наверное, отключусь, потому что мне не совсем будет удобно разговаривать с вами. Я часы, знаете, я захожу не потому, что мне надо. Мне просто интересно, здесь все сейчас изменилось в каком плане. В плане все в евро. Вот я же как цены ставят. Все в евро. И пересчитывайте себе в гривну, как хотите, по курсу. А цены не то, что в долларах, в евро. В общем, все, мы все переходим потихонечку в евро. А, что я хотела сказать. Вчера мы искали, куда нам вселиться, потому что мы едем на море. Так что это день у нас будет, это поездка на море. Так что я, наверное, вам сегодня... Мне, знаете, как видео по дням будет. Я включу вам сегодня, как мы едем. Видите, как у нас тут рупор. Здесь у нас объявления, вот бутики такие у нас интересные. Я вам скажу честно, очень много, но можно классного купить из одежды. Такую классную обувь вчера увидела, так, чтобы мне носить, у меня в Нью-Йорке носить под, когда дождь идет. И что я вам скажу, маленький размер, и то это, знаете, это сток, и хорошая брендовая обувь, и маленький размер. А я еще больше вам скажу. Я все-таки купила этот спортивный костюм, который я вам говорила, что он $120. Я его купила за $90. Что вы думаете? Вот так что я возмущалась. А потом думаю, слушайте, я себе в Duty Free купила духи за 120. Немножко сейчас пройдемся по базару, а потом я отпущу камеру, потому что неудобно здесь говорить. Здесь очень много. Говоря, я вот это возмущала. Я возмущалась по поводу $120. А потом думаю, слушайте, я себе купила духи за $120. Почему я эти духи я израсходую примерно за год? Потому что у меня несколько банок бутылочек духов. Я израсходую за год, да? И их не будет. Но однозначно я этот костюм буду носить не год. Однозначно. Почему я боюсь, почему я почему-то переживаю отдавать за спортивный костюм $120, если я столько же плачу за этот, за духи. А она мне потом говорит $90. Ну окей, за $90 я взяла. На следующий день пошла и взяла за 90. Но он классненький, я потом вам покажу, я потом померю. В нем ничего особого такого нет, он черный, там лампасы красные. Вот, и что еще? Ну и хорошенькая такая укороченная кофточка с коротким рукавом. И шнурочек такой тоже, такой, ну не такой, ярко-малиновый. И лампасы ярко-малиновые. Вот очень мне нравится, что у нас здесь вот так организовано сделали, и навес, и все остальное. Так что мы когда сегодня приедем на наше местное Майами, кстати, я вам покажу. Снимаем с бассейном, и там 300 метров, по-моему, нужно будет идти до моря. Так что я вам буду все показывать, и потом я уже вас наберу. Окей. Все, давайте, пока. Так, девчоночки, вот я здесь купила себе труселя, которые я вам говорила, что я себе купила. Так что это, да, это на базаре, куда мы с вами заходили. Вот. И я купила себе, вам будет интересно, какие. Какие я себе купила, где они? Вот такие. Вот такие. Вот. Вот такие. Да, да, да. Вот они. Скажут, господи, поехала в Украину.
маленький город Измаил, чтобы купить трусы. Вот поверьте, купила. Все. И вот мой бюстгальтер, то, что вы меня спрашивали, без косточек. Вот здесь он есть тоже. Вот. Офигительный, классный. Вот. Это действительно, кто не знает, я не знаю, я случайно на него попала. И вот у вас здесь еще с пушапами. Да, без косточки, с пушапами. Это вообще прелесть. Это у кого грудь висит, но у меня так как грудь у меня сделана, это что мне он не нужен. Шикарная женщина. Все, вот у меня моя подписчица, чтобы мне потом не говорили. Есть, есть. Где именно? Так ты снимаешь? Да, уже, да? Естественно, ну да, я как? Я тебе кстати, тоже разговаривала, что-то я очень скучаю по русским чё. Хотя я их не знала вообще, просто трусы у них купила. Да. Вот, так что вот у меня подписчица. А я смотрю. Это та, которая в домино, она тебе отправляла? Ну, она знает типа вас или тебя. Да, ну, да, на ты. Она знает да. меня, потому что я показывала, я когда начала смотреть, как бы, ой, я там с Одессы, но мы как бы в Одессе тоже, живем тоже. Ага. И это я такая, а потом, когда такая брынзочка с Измаила, у меня муж с Измаила. Вот, так что... Ну все, себя посмотришь тогда. Да, так что вот так вот, девочки, мы передаем привет. Давай мы вот так. В Инстаграме есть у меня ты, и в Фейсбуке есть. Нет, в Фейсбуке нет. А в Фейсбуке ты есть в Фейсбуке? Нет. А, ну все, ну в Инстаграме достаточно. Если я еще буду в Фейсбуке, я с дивана не слезу. И не слезу, вот это точно. Ну все, девчоночки, так что... Да. Так что вот так вот. Приятная встреча с подписчицами. Вот я забрала свои кольца. Это два кольца у меня. Вот это то, что я вам говорила, шарик. И вот это у меня здесь. Вот это мои любимые кольца, которым по 15 лет. Вот здесь мне сбоку, вот сбоку. Все везде паяли. Я счастливая. Так, сейчас я иду... Куплю иголки, не поверите, представляете, иду иголки покупать. Мы еще очень долго с этой подписчицей разговаривали, на такие уже свои темы личные, знаете, как не эфирные. Вот, и сейчас иду, возьму иголку, потому что иголки для шитья, потому что у нас эти иголки для шитья очень тонкие в Америке. Здесь я возьму, там у меня должна быть дочка, покушаем, и потом у меня зубы, и потом мы едем на море. Давайте, иголки все-таки толстые, вот они, 12 гривен. Вот они, очень толстые, по сравнению с американскими. Мне позвонила хозяйка этой базы, где мы будем. Она подтвердила, что она получила деньги. Я отправила ей 1000 гривен, но это 1000 гривен, это минус. Взяли комиссию. В общем, все нормально, едем. Так вот, ой, у меня столько эмоций, девочки, мне так приятно здесь ходить. Так приятно всех видеть, так приятно обнимашки. Я не могу прям остановиться разговаривать. Вот там, где трусики я покупала, вам показывала. Я с девочками где-то минут 40, наверное, просто разговаривала. Просто обо всем. Знаете, не то, что там, ну, я в Америке же. Нет, мы просто поболтали. И знаете как, ну, единственное, что вы поймите, что я не всегда могу показывать видео, да. Я не могу всегда эту камеру держать и со всеми общаться. У меня жизнь какая-то хочется своя, чтобы телефон в руках не держался. Так что, вот иду я с вами опять, может быть, знакомым путем по этому же парку. Я уже здесь где-то как-то с вами разговаривала. И вот мы идем в фуршет, опять где я вам снимала или не снимала, честно скажу, я уже и не помню. Сейчас у меня, по-моему, 5-й день, когда я начала вообще снимать. В воскресенье я не помню, снимала или нет. Я в понедельник вышла, начала с вами общаться. Это понедельник, вторник, среда, четверг, как бы полное количество дней. Где-то 5 дней я уже здесь. Ну, что я скажу, конечно, я очень хочу сейчас 3 дня ничего не делать, быть на море и быть на фоне. Мы будем на бассейне, мы будем и ничего не делать, и не будем ничего готовить, мы будем ходить кушать в кафе. Раньше мы просто, почему я так говорю, почему я на этом зацикливаю свое внимание и ваше? Потому что раньше я с мамой ездила, мы обязательно что-то готовили, надо было маме помогать, она что-то постоянно, что-то... Надо накормить папу, надо такой обед сделать, и мы, знаете, как дети, нас всех накормить. Мы куча запасались какими-то там маслами подсолнечными, сливочными, потом цветы... Ой, господи, цветы увидела в кафе, видите, это кафе-сказка была еще при моем детстве. Сейчас уже, как оно называется, не знаю, но красиво все перестроили. Потом брали хлеба всякие, фрукты, овощи, потому что же сливы возле моря берешь, это все дорого. Оф. Сейчас мы едем, не самое дешевое снимаем, 500 гривен это в сутки с человека, но без еды я вам так скажу. Вы не забывайте, что это все-таки село, и здесь у нас уровень жизни не такой прямо, это не Крым, да, это не Ялта.
это не Майами, поэтому здесь не будет все такое сильно прямо уж дорогое, поэтому посмотрим. Я вам покажу, вы посмотрите эти местные достопримечательности. Ну, благо, я вам немножечко базарчик сняла. И видите, так получается, что я захожу, в доллары сдала, свои валютчики есть, которые, эти валютчики были 7 лет назад, когда я в Киев уезжала. А потом к ним же я издаю, ты не боишься ничего, никто тебе не обманет, ничего. Я даже деньги не пересчитываю, серьезно вам говорю, вообще даже не считаю. Он мне дает, я ему сдала $300, он мне дал гривну и все. А какие планы у меня дальше? Не хочу сильно засорять сейчас я как бы эфир в сегодняшний день. У меня будет, наверное, так называться эти видео. Измаил день первый, Измаил день второй, Измаил день четвертый. Вот так, наверное, будет. Потом Одесса день первый, второй, потом Киев, потом как мы там будем по Киеву, как я буду встречаться со своей знакомой, пойду в ее салон, она мне подстрижет, там где... Потом, что я там ресницы, наверное, себе сделаю, ногти себе, наверное, сделаю, потому что это будет буквально уже за пару дней до отъезда в Штаты, и поэтому я как раз там все сделаю. Заранее я ей позвоню, ну, еще посмотрим. Так, в Киеве еще будем снимать квартиру, ну, посмотрим. Я должна еще обязательно встретиться со своей сотрудницей, с которой мы квартиры сдавали, и она в конце Киева где-то живет, черти где, там, в лесах, ну, тоже у нее очень классно. Что вам сказать? А, то, что я не хотела сильно много здесь снимать в Измире, потому что думала, может быть, я вам что-то сниму, когда мы приедем. Я не уверена, что это будет еще светло. Может быть, это будет совсем вечер. Не знаю. Потом еще скажу. Мы, скорее всего, поедем в Вилково хотя бы на пару часиков. И я вам хочу снять Вилково. Вот это будет очень интересно. Я обязательно хочу поехать в Вилково. И тоже вам засниму. Сразу говорю, что кто не дает мне добро на то, чтобы их снимали, я снимать не буду. Поэтому, девочки, выйдите. Мои подписчицы или кто меня узнает, да, разрешают снимать, снимайте. Моя подруга захотела, разрешила снять, снимаю. Подписчица, кто там еще у меня? Вчера я общалась со своей однокурсницей, ну, как бы в одном институте учились, румейтка моя, да, по общежитию. Снимала. То есть это, вы знаете, это все-таки... Такие вещи, которые надо уважать. Я не могу камеру выставлять человеку в лицо и начинать снимать или втихаря это делать. Я хочу делать это открыто, спокойно, свободно. И я вам скажу, наверное, я очень отдохнувшаяся, я приеду. Но так и с СМС-очками, и мы с Лешей переписываемся вечерами, чуть-чуть скучно. У него там, у меня глубокая-глубокая ночь, например, там 3 ночи я вчера с ним переписывалась, а у него закончился рабочий день. Вот так вот. Или у него середина рабочего дня, а я ему там говорю спокойной ночи. И чуть-чуть ему пишу о том, что у меня тут происходит. Потому что он у меня вообще человек не медийный. Я вообще поражаюсь, конечно, как он соглашается на YouTube у меня. Иногда я его показываю. Ну, такой молчит, улыбается, значит, хорошо. Но он не в Инстаграм, он не в Фейсбуке. А зато он у меня в Одноклассниках, понимаете. Вот. Ну, у каждого свое. Окей, ну что, я, наверное, уже буду подходить к фуршету. Анютка моя где-то со своей подружкой подходит. Мы покушаем, и я побегу к стоматологу. А вы знаете, что я еще не сделала? Я, да, антибиотики я купила. Я еще не сделала себе... А я не забрала, я отдала в ремонт свою одежду, а я ее не забрала. Вот я посмотрю, может быть, я еще поеду в ремонт, заберу... Хотя я могу это сделать и в понедельник. Раньше приедем сегодня на море, значит, будет нормально. Ничего лишнего я на море брать не буду. Такое по мелочи взяли. Мы еще будем с пуделем ехать, с нашим шибусечкой. Там, может быть, мне Сережа разрешит мордаху его снять. Оксану я уже мельком там где-то снимаю. Это мои самые родные человечки. Пузатик мой брательник. И его жена, это моя сестричка. Ну, окей, все, давайте, я уже болтаю. Вы знаете, у меня от поболтушек уже рот болит каждый вечер. Но я просто от этого очень, я очень соскучилась по этому всему, по вот этой атмосфере, вот этой нашей местной. Знаете, как не русский в Америке, а который русский на Украине, или как, господи, знаете, как, давайте так, местный житель, я буду говорить, местный житель. Не когда вот мы русскоговорящие, когда я говорю русский, это русскоговорящие. Поэтому, если что, вы сильно меня не ругайте, что я там за кого-то. Я не за кого, я просто за здоровье, вот честно скажу. За здоровье, за здоровую политику и вообще за здоровье всех людей, за здоровые отношения между людьми и странами. Так что все окей, все нормально. И поэтому
у меня привычка такая, да, говорить русские. Значит, очень мне интересно, и я не могу насладиться общением местных жителей моего родного города, где у меня были ясли, где у меня был садик, где у меня была школа, и потом школа детей моих. Что еще? Что еще вам, дорогие мои, сказать? Давайте с вами уже включусь, наверное, когда мы подъедем, или где-то будут интересные, кстати, места, я буду вам снимать через окошко. Потому что сильно я там не поснимаю на Сережиных Жигулях. Я еще море удовольствия получаю, что я на Жигулях езжу. Это вот действительно я приехала на родину. Я вам серьезно, я так вот устала от этих всяких брендов, от всего этого. Вы знаете, даже я себе смывалку покупала для макияжа. Я говорю, дайте мне что-то русское, дайте мне что-то украинское. Они говорят, перекривились так. Я говорю, не, ну у нас белорусское есть или украинское, дайте мне что-то. Они говорят, ну у нас белорусское очень неплохое есть. Я говорю, ну это же наше белорусское, давайте белорусское. Ну, вот так. Так что я реально нырнула конкретно в местную такую жизнь. И я очень довольна. До встречи. Продолжаем видео уже сегодняшнего же дня, скорее всего, уже. Это лазанья. Это у нас голубец, борщ, компот сухофруктов, фаршированный перчик. И Анюта заказала окрошка. Сколько там это все стоило? Ты не помнишь? 200 с чем-то. Да, где-то 200, я так понимаю, патруль, наверное. Ветер немножечко у нас прохладненько, 2,5 часа, ну практически еще 2 часа я провела сейчас у стоматолога. 2 коронки. Короче, сейчас вам скажу, сколько я заплатила. Сейчас 2,5, потом платила 4 800 и 2,5. Я вам скажу, где-то 500-600 долларов у меня будут зубы. Вы представляете? Сейчас я быстренько приезжаю на дачу. Короче, посмотрим. Ну и все, и потом мы уже едем. Деревня наша. Вот это село Приморское, которое находится на берегу Черного моря. Морем запахло. Вот я вам сейчас покажу. Обычное село. Вот это здесь рядом, она сказала. 2 минуты. Вот теремок. Видите, как здесь все продается на улице, возле частных домов. Вот, все продается. Я вам потом покажу. Вечером вам всем. Наконец-то мы приехали в наше родное Приморское. Это 1,5 часа от Измаила и 3,5 часа от Одессы. Вот. И мы все направляемся вот под такой темной дорожке, именно там, где скопление баз. То есть вы меня сейчас не увидите, я сейчас вам хочу просто немножечко рассказать. Мы только сейчас приехали, и в интернете я нашла нашу базу, я вам потом ее завтра утром покажу, потому что сегодня немножечко было такое, знаете, как приехали, пока вещи разобрали, пока Wi-Fi подсоединили, вот такое все. Сейчас идем покушенькать. Я, конечно, сейчас вне своего режимного питания, но ничего, иногда можно. И завтра я вам покажу номер, бассейн и все остальное. 500 гривен с человека.